Череповце сотрудники ППС задержали мужчину, который подозревается в сбытии крупной партии наркотиков. Внимание на череповчанина они обратили во время обхода территории. При виде сотрудников мужчина занервничал, в беседе с полицейскими вел себя странно, путался. Правоохранители заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. На место вызвали сотрудников ОНК. Оперативники провели досмотр, изъяли сотовый телефон. В приложении гаджета мужчина сделал отметки, где собирался сбывать наркотики. Также подозреваемый рассказал, где прячут запрещенные вещества, которые не успел сбыть. По указанному адресу оперативники обнаружили 26 пакетов с кристаллами. Возбуждено уголовное дело. Почти 5 миллионов рублей задолжал череповчанин. Нарушителя выявили судебные приставы во время рейда. Череповчанин задолжал 4 банкам, плюс не платит коммуналку и штрафы ГИБДД. Родственник застрял под ванной. С таким сообщением в единую диспетчерскую службу обратился мужчина. Спасатели выехали на место. Оказалось, у звонившего белая горячка. Его передали сотрудникам скорой помощи. «Я же мать!» – такой комментарий под своим постом в социальных сетях оставил автор. Он снял эпизод на дороге. Женщина с коляской переходит дорогу вне пешеходного перехода. Такая беспечность недопустима, отметили подписчики в комментариях.